Сейчас, леди и джентльмены, хранительница ключей, владычица решеток, госпожа Казимата-убийц, Матрона Мама Морта!
Люблю всех, а меня вдвойне. Сестёра есть, сестёра здесь, ты мне, а я тебе. Правило одно есть, и оно не врёт. Жевать жвачку? Нет, не жевать. Чпокать. Однажды я вернулась домой в ужасном настроении. Мне так хотелось, чтобы меня утешили. А мой Берни валялся на диване, пил пиво и жевал. Нет, не жевал. Чпокал. И я сказала, чпокнешь еще раз свою жвачку. Он не расслышал. Тогда я сняла со стены дробовик и сделала два предупредительных выстрела. Но прямо ему в башку. Он сам нарвался, он сам нарвался. И в этом нашей нет вины. Да будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Я встретила Эмили Янга из Солт-Лейк-Сити 2 года назад. И он сказал мне, что он холост. У нас тут же завертелся роман. Мы начали жить вместе. Он работал, приходил домой. Я готовила ему коктейль, подавала ужин. А потом я узнала, что он лгал мне. Говорил, я не женат. Он был не просто женат. О нет, у него было 6 жен. Он был из мормонов, кстати. Как-то он вернулся домой с работы. И я приготовила ему коктейль, как обычно.
Оказывается, некоторые парни не приносят мышьяк. Я стою на кухне, режу курицу на ужин. Занимаюсь своим делом. Тут врывается мой муж Вилбур в припадке ревности. Ты трахалась с молочником, стал орать. Он словно спятил, орал как бешеный. Ты трахалась с молочником! И он напоролся на мой нож. Он напоролся на мой нож 10 раз, милая. Да будь вы сами! Моя сестра Вероника и я выступали в паре. А мой муж Чарли ездил с нами на гастроли. В последнем номере мы делали 20 акробатических трюков подряд. Раз, два, три, четыре, пять. Сальто, шпагаты, кульбиты, кувырки. Один за другим трюки. Как-то вечером после выступления мы сидели в номере отеля Цицеро. Мы втроем выпивали, веселились. И у нас кончился лед. Я пошла раздобыть еще. Я вернулась. Открыла дверь и увидела, что Вероника и Чарли исполняют 17-й трюк. Шпагат орла. Боже, для меня это было как шок. Я полностью отключилась и ничего не помню. И только позже, когда я смывала кровь со своих рук, до меня дошло, что рядом трупы. Они нарвались! Они нарвались! Они нарвались! Я не хотела их убить! Элла Лившица так, что у меня замирало сердце. Истинный человек искусства. Чувственный. Художник. Но он все время пытался себя найти. Каждый вечер он уходил в поисках себя и попутно находил Руфь, Глэдис, Розмари и Айрвенга. Но расстались мы из-за художественных разногласий. Он видел для себя жизнь, а я видела его смерть. Чпок. 6. Squish. Все так правильно, так радостно, так красочно, так сладостно. Вечеринки становятся длиннее, пусть юбки становятся короче, пусть все катится к чертям!